Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лидия Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами свежим проектом. Делать я буду все в режиме онлайн. Называется PyTADS. Этот проект из серии PowerPoint'ов. И такие проекты, они на любителя. Кто-то любит такие проекты, кто-то нет. Значит, здесь что у нас, друзья? Наводим стрелочкой на значок. И здесь языки. Выбираю, в моем случае, русский язык. И что он нам предлагает? Вот. Начните зарабатывать на просмотре рекламы. Мы платим 154% и до 51 доллара за рекламный клик. Реферальная программа 10%. Участников здесь идет статистика. Заработок. Это я вам сказала, до 154%. Далее рекламодателей. Здесь прочитаем платежные реквизиты. Здесь система платежная. И здесь пошли уже как бы регистрации, и кто-то пополняется. Кто-то на 2 доллара, а кто-то и на 400. Ну, зарубежные товарищи у нас богатые, наверное. Также, друзья, здесь есть, если мы кликнем, попадем в телеграм-канал их. Вот я подписалась. Далее, если кликнем на Facebook, попадем к ним на Facebook. Рекламное агентство. Также можно написать сообщение при необходимости, если они, конечно, ответят. Далее вопрос-ответа. У вас есть три варианта заработка. Покупать рекламные пакеты и зарабатывать 154%. Вы должны ежедневно щелкать от 17 до 24 рекламных объявлений в разделе PyTADS, чтобы получить вознаграждение. Ну и так далее. Это все прочтете, прежде чем регистрироваться. Изучите вопросы-ответы. Так как любые инвестиции, вложения в интернет, это всегда риск. Я никого не принуждаю вкладывать. Вот. Никого не принуждаю регистрироваться. Как я сказала, это все на любителя. Прежде чем регистрироваться, нужно все изучить. Подходит вам этот проект? Не подходит ли вам этот проект? Нравится? Не нравится? Нужно все тщательно изучить. Значит, минимальная сумма вывода 1 доллар. Это для перфекта пайра. На криптовалюту здесь биткоин 10 долларов. Лайткоин и биткоин кэш по 5 долларов минималка. Ну и депозит также один надо. Пакет стоит 1 доллар. Вот. Далее что? Здесь контакты. Можно написать сообщение, имя, имейл, сообщение, капча. Отправляем. Регистрация. Значит, какие здесь почты не подходят? Вот такие почты, они не подходят. Нужна почта gmail.com. Я так поняла. Значит, вводим username, email. Далее пароль, повтор пароля. Что у нас здесь за языки? Я выбираю сразу русский. Это у нас что? Ага, здесь стала сразу Россия по умолчанию. Сейчас я введу пароль и после продолжу. Я ввела пароль. Давайте разгадаем капчу и зайдем в кабинет. Кликаю. Так, сообщение было отправлено на электронный адрес, указан при регистрации. Сейчас перейду на почту и посмотрю.
Реквизиты здесь отсутствуют, которые указывала при регистрации. Потому что бывает, пароль высвечивается. И просят подтвердить адрес электронной почты. Так, вы успешно подтвердили регистрацию. Войти. Опять капча. Подтверждаем. Я сохранила логин, да. Попали в кабинет. Значит, рекламные бабы, моя группа, мои рефералы. Также находится партнерская ссылочка. Так. Давайте разбираться теперь по кабинету. Я хочу посмотреть вот эти группы, панель управления, настройки, мои инструменты для рекламы, суппорт. Так, вот, ежедневный доход групп. Сколько у нас здесь платят? Первая группа по 12 центов идет. Это от 1600 до 14000. Количество объявлений по 20 везде здесь. Ну, там по нарастающей идет. Понятно. Панель управления. Возвращаемся. Значит, у меня здесь нет бонуса Byte ADS. Здесь будет у нас рекламка. Бонус AD у меня также отсутствует. В 16.00 они как тут пишут. Так. Рекламные объявления обновляются ежедневно в 16 часов по серверному времени. Вот. А здесь время. Я не вижу время здесь какое. Вот. Здесь как бы и нет ничего такого. Я не вижу. А вот 10.58 вот у них. А будет в 16.00. Вот время в самом верху. Понятно. Значит, купить рекламный пакет. Купить баннерную рекламу. Это отдельно все. Вот. Здесь за 30 тысяч. Это у нас что? 125 на 125. Всего $1. Ну и там по нарастающему. Это к заработку не относится. Это все отдельно. Также вот можно файл выбрать. Вот. Наш заработок. Вот это бонус AD и Byte ADS. Далее, что инструменты настройки. Давайте перейдем в настройки, посмотрим. Логин. Так. Старый пароль, здесь нет ничего такого. Панель управления опять. И что? Выплата. Давайте кликнем выплату. Да, минимальный вывод, как мы видим, $1. Как написано в вопросах-ответах. Я рискну и как бы пополню на $2. Вот. Я рискую своими деньгами и так, баланс покупки пополнить. Биткоин, биткоин кэш, лайткоин, пэйр. Минимальный депозит $1. Я рискну $2. И пополняя кабинет, как бы, да, вкладывая денежку в интернет, я понимаю, что я рискую то, что я могу их потерять, а могу и заработать. Вот. Я в рублях, это 162 рубля. Ну как?
Так, где моя почта? Запуталась. Это не то. Вот. Это я возвращаюсь. Проверочный код. Подтверждаю. Баланс покупки у меня $2, как видим. Теперь нужно купить, наверное, так, рекламный пакет. Значит, сюда мы вставляем ссылочку, сюда количество пакетов. А здесь у нас даже с баланса на вывод можно будет покупать. Хорошо. Сейчас я вставлю ссылочку. Я закину вот этого своего проекта. Он стабильно работает, платит. Не первый год я в нем уже работаю. У меня $2. И легко купить. Значит, за каждый купленный рекламный пакет я получаю 3080 баппоинтов и 110 посещений. Итого у меня за $2 будет 220 посещений. Вот они. Вот моя рекламка. RFTime мой. Активный. Возвращаюсь в панель управления. Баланс мой обнулился. И у меня стало рекламные бапы 6160. И я в первой группе. И в 16.00, вот уже 11.04, у меня появится рекламка. Вот. Значит, у меня сейчас по московскому времени 14.05. Я сегодня уже тогда просматривать рекламку не буду. А завтра я покажу, запишу видео и покажу вам бонусные, как бы, рекламку. И какая тут будет у меня? Будет ли вот эта рекламка? Неизвестно. А денежная рекламка должна быть. Далее, что у нас еще? Рефералы, вкладочка. Значит, здесь будут отображаться наши партнеры. Инструменты для рекламы. Кликаем. Значит, здесь у нас баннер. Ой, сколько баннеров, много, конечно. Вот такой вот, друзья, проект. Не делайте пустых регистраций. Изучите информацию, пожалуйста. Подойдет вам проект или нет. Понравится или нет. Это, знаете, наши деньги. Ну и, естественно, не забывайте, что любые инвестиции в интернет – это риск. Я никого не призываю вкладывать. Это дело лично каждого. Продолжение, естественно, будет следовать. Видео я уже по рекламке сегодня писать не буду. А завтра утром я постараюсь записать и показать денежную рекламку. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.